bir başlama açılımının Bişkek haline adı. TİKA sponsorluğunda gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisans Üstü Öğrenci Kongresi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Экинчи эл аралык жаш бул конгресстин уюштуруу комитетинин өзү составындагы кеңири быйылкысына былтыркыдан айырмаланып 5 университет кошулду. Кечкен конгресстин негизги максаты жаш артык лисанс деңгээлиндеги эğitimin çok daha önemine ondan daha önemlisine doğru götürüyor. Bu bizi lisansüstü eğitime götürüyor. Tabii dünyadaki hem genel eğitim düzeyinin artması, hem rekabet ortamının çok keskinleşmesi, bir başka ifadeyle kıran kırana rekabetin olması, uzmanlaşmayı ve üstünlük elde etmede spesifik alanlarda odak haline gelmeyi gerektiriyor. Peki genç araştırmacılar, tepenizi, dilimizi dövüşlerinin neticelerinin başları, doktorantura, aspiranturada okulan cah. Я желаю всем вам успехов, светлого будущего. И никогда не надо забывать, что будущее Кыргызстана, тюркского мира и всех стран мира зависит от молодежи. Успехов! Молодых исследователей, это ваши первые исследования. Я думаю, вам интересно будет и самому себя показать, доложить ваши результаты и послушать, посмотреть, что делают другие. Смогли в Кыргызстане захлопнуться. Но осуществляется программа поддержки молодых исследователей, молодых ученых. Вы, наверное, о ней знаете. Пусть, да, это небольшие средства, небольшие очень деньги, но я думаю, что это хорошее начало для того, чтобы поддерживать, взращивать, культивировать наших молодых ученых, молодых исследователей. Это общественные, здесь представлены общественные гуманитарные науки, непростые, но начинаем с малого. Александр Денгельде, «Өзюзді тарбелайын, өзюзді» деген түшінгі. Мен өзі тұрамен саны ұлмат рекелат айтып кетті. Біз дүнін денгердегі илими адам болу қарекет қылышымыз керек. Қырғызстандағы қайсы бір жерге жетіш үшін емес. Я хотела бы вспомнить. Гениями могут быть и троечники, и отличники. Но нельзя ждать, когда они проявят себя. Необходима систематическая работа по взращиванию этих талантов. Взращивать науку молодых ученых. Genç akademisyen arkadaşlarımız için verimli geçmesini ümit ediyorum. Hepsinin gözlerindeki heyecanı, ışığı görüyoruz. Bu onlar için bir fırsattır. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirler. Biz bu konulardaki tabii desteğimize devam edeceğiz. Zaten buradaki 8 üniversitenin hemen hepsiyle geçmiş yıllarda işbirliğimiz oldu. Özellikle kapasite artırımı yönünde. Мен быйыл бир нерсе микробиология менен чогуу иштеп, бир сонун проект жасап. Ой, так.